Всем привет, с вами Зяблик, это я Тобикс, и нет времени объяснять. Мы должны спасти мир за 30 секунд. Вот. Так. Ну, короче, как обычно, я купил в Стиме до скидки игру. Вот она. Я в ней играю. Так, и... Чёрт! Нет! Давайте быстрее... Фух. Так, у этой бабы можно купить восстановление. То есть, восстановление времени. Так. Пожалуй, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так. Ну все, сейчас ты отгребешь меня. Да. Вот и все, мы спасли мир за 30 секунд. Мы крутые. И нам дали серебро. Почему нам дали серебро? Я даже справился быстрее, чем в прошлый раз. Вроде бы. То есть там, я когда первый раз проходил, там произошел глюк в записи. И, короче, не вышло записать. То есть, странно это все дело. Ну, ладно, фиг с ним. Так, давайте дальше продолжим наше приключение. Очередной чувак. И мы очередной раз должны спасти мир. За 30 секунд. Так. Фига себе, они сильные. Так. Так, давайте. И в пещеру! Фух. Я вовремя успел выпить зелье. То есть не зелье. Сажать лист. Вот это, кстати, тень, это, наверное, прошлый мы. Так. Там, по-моему, у кого-то был квест, да? Вот. Теперь этот мужик будет с нами. Ой. Так. Угу. Там, наверное, еще рановато для этого. Так. Фух. Так, вот я помню, что надо пробираться вот тут вот. Так. И вот мы пробрались к королю демонов. Вот. Кстати, какой-то король демонов. На него не особо-то и похоже. И мы его с легкостью замочили. Опять же, титры идут. Какие мы крутые. И мы очередной раз спасли мир за 30 секунд. Опять же, таки. И вот мы продолжаем спасать мир за 30 секунд. Так, вот это у меня вообще на бронзе, это надо исправлять же, да? Оно же не должно быть так. Вот, блин, вот... Да. Ну все, ты огребаешь. Чёрт. Ах вы сволочи. Да нет, я не хочу умирать. Ага, так. Так, еще надо чуть-чуть погриндить. Ага. Конечно, из-за этого нам опять дадут плохую медальку. Из-за того, что мы гриндим. Фух, успел. Фух.
Так. А вот так всех. Всех их убьем. Ага, так. Все элементарно. Все просто. Так. Да. А она легкая, насколько я помню. Ой, зря не запас этими зельями. А, она сама-то с первого удара практически умирает, эта баба, да. То есть... Вот и мы снова спасли мир. В какой же раз? Так. Ну, кстати, даже можно как-то по мультиплееру играть, типа, кто первее спасет мир. Так, сейчас подождите, мне надо отойти, кто-то мне там написал ВК. Так, мы продолжаем спасать мир. Я, кстати, не прошел первую карту заново, потому что она вообще быстрая. То есть там даже ускорять время не надо. Ну и скучно. Так. Этот шлем надо будет потом купить. Хотя нет, он в жизни минус 5 делать. И тогда вот так вот. Так. Так. Эльфика. Эльфика — это хорошо. Эльфики всегда хорошие. Так. Черт, я забыл, что надо в начале этого. Завалить этого говнюка. Давай. Нет. Да ё. Ну нечестно же. Ой. Так. Так. Вот зачем мне в виде призрака показывать меня прошлого? Да. Так. Ага. Блин, малина. Ну, грин тогда. Ладно, фиг с ней, с медалькой. Пофиг на медальку. Хотя как на медальку может быть пофиг? Вообще игра шикарная, надо сказать. Она вообще очень клёвая. Ой. Так. Ну все, пошли мочить главгада. А, это как мы его в прошлый раз что-то мочили. Давай, сдохни, сдохни. Да. И вот мы снова убили его. Да. Теперь на серебро даже. Хорошо, что не на бронзу. Вот что главное, что не бронзу. Да, опять мы молодцы. И вот. Эту я так и не прошел. О, злобное дерево! Надо его замочить. В путь! Я вот, кстати, не люблю этого чувака, который с собакой. Кузнечик, да, бьем злого кузнечика. Так, кстати, монстры все злобнее и злобнее. Так. Так. Блин, и щит. И на новый щит бы надо. Хорошо бы накопить. Так. Ага, так.
Так, давайте. Рандомный энкаунтер, не подведите. Так, а на щит хватит? Хватит. 300 голды. А не потери тебе нафиг со своими 300 голды. Блин. Дойти до того города, дойти до того города. Так. Так, сейчас я. Так, ну-ка, а если... Блин. Так, да блин. А вот так вот мы тебя, злое вредное растение. Ура! Опять-таки мы спасли мир. Уже который раз. Правда? Какие молодцы. Ой, опять на серебро. Только в этот раз мы спутником не воспользовались, потому что он, если честно, странный. И он мне не нравится. Лучше бы опять эльфийку дали, но ей-богу. Хотя даже тот чувак с... Копьем мне нравился больше. Наверное. Так. Что у нас дальше? О! Страх-то какой! Недружелюбные земли. Вау! Каменная башка! Которая мне, скорее всего, не даст пирожка, да. Ой. 3000. Окей. Ой. Окей, будем копить 3000 голды. А, чё? 3 second mobs? Я не знаю, что это за достижение, но фишка в том, что оно у меня есть. Так. О, черт! Блин, я за временем не уследил. Вот я балда. А ведь почти добежал. Блин, да. Так, гринд. Гринд и фарм. Фармить и гриндить. Так. Так. В путь. Так, я, пожалуй, время куплю. Так. И... Как тут? А, окей. А... Опа. А почему время замедлилось? Ух, так, день. Так, давайте. И чё? Так, я не до конца понимаю. А что делать-то?
Нет. Фух. Не, я просто не понимаю, что надо делать. Блин. Чёрт. Тупая каменная башка. Там какой-то монумент. Нет столько денег. Нет. Я уже один раз я напоролся, я не буду ва-банк брать. Тебя. Пустите меня. Пустите меня. Все, это конец. Блин, это нечестно. Я просто не понял, что нам надо было сделать. Так, ну, блин. Видимо, просто я что-то туплю. Пустите меня. Пустите меня туда. Да блин. Ой. А, все, понял. То есть надо не с помощью той фигни перебегать, а мочить лавового монстра. Ну ясно, все. Так, ну ладно, давайте последний раз попробуем, и уже, наверное, хватит. Так, ну надо, наверное, какие-нибудь такие выводы сделать. То есть, ну что скажу. Брать обязательно, то есть, если у вас есть деньги и Steam, то вот, покупайте, отличная игра. Но, вот только на любителя, кто любит такие RPG-шки в старом стиле, как Final Fantasy, там, первые Зельды, то есть, вот, вам обязательно должно вкатить. Потому что, если честно, мне нравится, то есть провести за ней пару часиков с ними вообще не стыдно. Потому что, блин, она клёвая. Так, наверное, я уже достаточно прокачался. Так. Так, путь, дорогу. Так.
Так и. Окей. Сейчас мне надо до деревни добежать. Фух. Фух. Ага, еще. Ага. О! Вот так вам всем. Идем и замочим же каменную бошку. Окей. И вот мы спасли мир! Кто бы мог подумать? Новый рекорд. А, ну да, я же первый раз прохожу эту штуку. И опять-таки на серебро. Милота-то какая. Ну, ладно. Ну, наверное, хватит. Блин, я сейчас не знаю, сколько я по времени снимаю. Ну, где-то минут 10. Ну, знаете, минут 10 достаточно, чтобы увидеть и понять, что из себя представляет данная игра. Но вот сразу скажу, что вот, по крайней мере, попробовать поиграть стоит. То есть, не знаю, в лучшем случае, конечно, со Steam качайте, потом покупайте, потому что пиратство — это плохо. Тем более, сейчас на нее скидка идет. До конца недели, насколько я помню, до конца недели не так уж и много, так что вы это поторопитесь. Или до 2 сентября. Ну, как-то так, короче. Ну, или хотя бы пиратку скачайте, она веселая, да. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, все такое. Вы у меня умные, сами все знаете. И у меня пока что на этом все. И всем всего пока и хорошего настроения.